Здорово, Сэмэн. Чё, как сам? Да потихоньку стою, отдыхаю. Прикинь, чё петушилы отмочили. Подходит, значит, к нам чепушила и давай нас с братком прессовать. Говорит, вы вообще никто, теперь-то наш район. Я теперь вам забиваю стрелу на пустыре, берите всех, кого знаете. Короче, стрела у нас за гаражами, поможешь браткам? Да не вопрос. Эдик, можно с тобой поговорить? Чё хотел, братан? Да вот проблемы. Иду я недавно в гости к другу, чтобы в Sony поиграть. И тут меня хулиганы закурить спросили. Я им говорю, что я не курю. А они говорят, что за вранье меня побьют. А я говорю, что у меня брат каратист, и что ты их побьешь. И сказали приходить за гаражи. У меня сейчас тренька скоро, но пару минут есть. Пойдем, братан. Ну чё, готовы землю жрать? Вот этот? Да, это он меня обижает. Сэмэн, бери на себя качка, мы этих двух. Убил! Ну, бывай, брат. Пошли в Sony играть. Да-да-да, пойдем. Чё разлёгся, из-за тебя лоха упустили.